очередной. На нормальный вопрос. Да как это, не трогайте меня, пожалуйста, руками, ответьте на вопрос. Пятый раз вам задаю. Что это был за человек, который прошел по непонятной бумажечке? Ему вот это унижение, вот эту процедуру унижения, он избежал. А мы ее проходим. На каком основании? Скажите мне, ответьте, и всей Украине ответьте, наконец. Зачем вы выводите и поднимаете градус? Скажите. Вы просто ответьте. Это депутат, это чиновник. Возьмите и ответьте. Все, мы пойдем дальше. Идите, пожалуйста. Ну, нормально, чиновник. Люди, вы видели все это, да? Нет. Это вы, видимо, помните. Еще раз, брыля в отставку, давайте гнать метлой, потому что вы посмотрите, что здесь устроили. Вы не негодяй, а?